акробатика. Они делают уже очень сложные трюки, несмотря на их юный возраст. Передний тодис в сальто с пола. Сложность этого трюка в том, что девочка должна уметь делать кувырок, уметь стоять на руках, потому что девочка без определенной акробатической подготовки не сможет сделать такой трюк. Ну и мальчик должен быть сильный и смелый, потому что надо все время ловить.